Всем привет, дорогие друзья, с вами Васокок, и со мной мой друг Паленка-Паленка, поздоровайся! Всем привет, ребята, всем привет! И сегодня, как вы могли понять по названию, мы про... Ну, по толку! Компот, и там как... Вот. Мы сегодня угадываем ютубера по фото, ну, здесь много ютуберов, мы просто эту карту проходили, мы те ютуберы, которых мы не знаем, Ну мы как пробовали пойти, ну там. Да. Короче, если будем проходить ее вместе с вами, пытаться угадывать вместе с вами, вы будете написать в комментариях по сказочке. Просто мы их... первый раунд. Кто там? Второй раунд. Да, угадывайте вместе с нами. Вот, и потом напишите в комментариях. Потом напишите в комментариях, сколько вы угадали. Вот. Кто напишет, тому я поставлю сердечко. Вот. На самом деле, многим ставлю, ну. Я тоже поставлю сердечко, всем остальным не буду ставить. А им тому поставлю, все. Да, все. Желаю удачи. Все, удачного просмотра. Вот. Ну, вот эту штучку, вот, все. О. Переместим от тебя. Ладно, кто это первый? Один. Это... Мужик. Не знаю. Серьезно, я... Герасев, Димас, Кирник, Яу. Кто будет посерединке? Ну, я не знаю, давай. Мы угадали, ничего себе. О, этого человека я знаю, это Аид. Да, ну хоть кого ты знаешь. Аид, ну ладно, Аид. Дальше, кто у нас? Какой-то малолетка. Это мелкий чего? По-моему, подожди, по-моему, это Вовошка, если я не ошибаюсь. Это он? Окей. Это Вовошка? Дальше. Да. Ты где там искала? Так. Блин, ну я мало ютубера узнаю. Я вообще мало... Не, ну я вообще ютубера, ладно, если по скину, но... Я мало вообще ютубера знаю, но... Ну если можно еще по скину угадать, но, блин... Ну, по лицу? По лицу, да, я их с вебкой еще там не смотрю. Пятерка, дельный и добрый. По-моему, это пятерка. Ну я не знаю, пускай будет пятерка, как называется-то. О, этого человека я тоже знаю. Лангайта. Да. Пятерочка, доброчка. Помнишь? А, помню. Это у нас кто? Чувак, похоже немножко на компот, но не компот. Зога, Мистик и... Зога, я про него слышал. Давай не знаю. И Зо. А, шучу. О, компот. Компот, привет. Компот, сколько у тебя подписчиков? 1 400 000, да, говоришь? А ладно, нам 500 подписчиков. А, друзья, у меня 700. Сегодня подписчиков было, кстати, спасибо вам большое за ваши подписки. Компот. А мы знаем, что это компот, и перемещаемся дальше. Чувак. Что это чувак с шляпкой в пятницу, да? Ну, я не знаю, пусть будет посерединке. Шет? Да, это Пузи, я угадал. Пузи. Ууу, коровник. Где коровник? Коровник. О, это... У него коров... Нет, он не похож на пикси, да? Я знаю. Он, если честно, на моего одного знакомого напоминает, он коровника, так сказать. Ну, это уже такой раунд, 9-й, круто. Да, кстати, мы всех угадываем, хоть мы их и мало знаем, но... Шедало Крисок, Зидер, не знаю, мне просто нравится Шедало Чехлёк, наверное, Крисок, да. Не знаю, мне нравится название это. Да? Чё это за... Так, ну как думаешь, что это? Я думаю, что это... Ну смотри, это не точно. Подожди, пятерка был? Вот, ну судя по его... Ушкам, лапкам, наверное, да, это не понятно. Я только хотел сказать, это Фокс. И ты его на него вназала. И мы с первого уровня, что ли, начали? Нет, это не первый уровень. Это уровень. Я сейчас тебе это ПТП. Это Зога. Потом это что, это компот. Это да, блин. Я не помню, кто это был, но... Перенести кого? По-моему, это был Пози. Да, это Пози, потом... Это... Шадал Крисок. Это... И... Что будет это Демастер? Четверка уже была. Да, Демастер был, Фокс... Фокса мы не угадали. Донкор! Кто там? Донкар. Донкар. Донкар бы, если бы ходил бы это видео, он бы... А, меня в Майнкрафт добавили. Это я! А,
Я помню, как она отреагировала, когда тоже угадывал, что это похоже какое-то это. Это, не знаю, чувак какой-то. 12-й, не знаю. 12-й. Скэб... Не знаю, когда... Фиг. Скэб, это хэлд. Так будешь, блин, делать ошибки, потому что, блин, потом сломаешь. Не, мы будем с Данкаром. А, ну хорошо, тогда можно ошибаться. И ехал Леглас. Я так у меня убил. Ты же Данкар еще. Я бы так отреагировал, это честное слово. Это... Все. Надо подумать, короче, потому что я так ляпнул. Пускай ты? А, думаем, да, думаем. Еха. Евген Бро. Не, Евген Бро, он подруга. Я знаю, он такой, более такой мужик. Прямо тут мужик, но не этот мужик. Кто этот мужик у нас? Дилерон, Диоксид и Дилерон. По-моему, Дилерон пишет, что Дима Бакумел, пускай будет тогда это. Ты называешь Дима Бакумел, да? Да. Это, Вика Карате, Вика Кратер и Вика Карте. Я когда первый раз проходил, такой думаю, почему все одинаково, почему Карате везде написал? Карапа! Мне как раз не нравится. Почему? Ну и... Ясно. О, Данкар, привет. Это я! Ой, все заново опять. Так, этот хэлд. Это что там у нас было? Жаль, почему я такого Майнкрафтера смотрю? По-моему, Евгеха, по-моему. А, Евгеха. Евген Бро, это мужик. А, по-моему, Дилерон, да, Дилерон, да, был. Да, вот что, это называется девчонки, но... Вика Картер, как будет. Да, это правильный ответ, это правильный ответ. Это... Это кто? Хлопчик у Карпата, как и... Смейл, эффект и... Кот. Как будет Смейл? Я хотел кота нажать. А, нет, реально имя в кулаке. А, сейчас будет опять пошли из Данкара. А тут Данкар. Зато Данкара мы знаем, по крайней мере. Данкара мы знаем. Данкар? Это мне это добавили. Мамбо Дежамбо. Мамбо Дежамбо. Пьюдипай. И Керамид. Ну, Пьюдипай я, по крайней мере, хотя бы слышал. Почему мне Пьюдипай? Да, правильно. По-моему, опять похоже на компот, но не знаю, что это не компот. Еще на Хаймана немного там похоже, но это... Хэппи Лайм и Ромис. Пускай будет Хэппи Лайм, если ты знал. Не, вообще, он, по-моему, про реальную жизнь. Это у человека, по-моему, где-то видела. Но не помню. Все хоть раз слышали или видели, но, блин, не смотрели. Он пускай будет. Это человек, я так понял. Чего? Тупой. Да. Да, у него такая мужицкая морда. Камилика название. Мистик, Куайер и... Короче, ты думаешь, я именно так вот с тобой просто с твоим мнением соглашаюсь. Лагерь какой-то. Лагерь, ну пусть будет лагерь, да? Лагерь, доказал. Ведь не я. Извини, другого-то не было. Чувак, мог бы не извиняться. Не знаю, что это такое. Пойдёт. Я не знаю, что это такое, но не знаю, что это такое. Да, сейчас мы опять ошибёмся. Или угадаем, ура. И... Что-то было. Вот. Что такое валять? Что это не реально? Что такое? Да ничего. Рав. Рав. Кейн и Ра. Когда стоит Бимбон, ну... Это, по-моему... Это не он. Да, его здесь даже нету. Не буду ставить догадки. Пускай будет Эдисон. Это не точно. Да, о, это я знаю. Ты знаешь девчонку? Мини-котик. Мини-котик? Да. Окей. А дыра Шамар, да? Молодец. Что как это за Марк? Этот мужик. Отдыхаешь на море. Мел Джек. И Джек. Ну не знаю. Ну будет Джек. И это было неправильно. Фух, очень не на Данкаре. 22-го. Да, а я 17-го. А я 22-го. Подожди, у меня там еще 9-й.
Клику. Вот второй не помню, откуда. Блин, на. Эти сам может быть. По-моему, да, это был он. А это мини-котик. Ну да, ты его узнала. И это. Некоторые вообще свои лица не скрывают, их попробую надо. Например, вот Алиса Бро. Я ее у лица почти не вижу, хотя иногда ее смотрю. Тебе помогишь, как это? Мы сейчас с тобой ты сейчас сделаешь, пожалуйста, ютубера, а возможно его сейчас смотрят его подписчики, и ему и они будут тебя хитрить тебя. Вот тебе ну надо. Тебе ну не надо. Потом хороший человек, поводим его пора. Вовке, что ты делаешь? Я тебя ловлю. Тебе будут хитрить, мои подписчики. Я хотел чувака поволить по Вовке, а тут такой. Короче, хороший чувак, все без обиды. Просто мы реально, ну, мало кто узнаем, поэтому без обид, вот, люди. Да. Чувак, извини. Ра, по-моему, был, но я пока не видел. Мил. Мертин. Блин, Мертин. Вообще мало смотрю, блин, не знаю. Что будет Мертин, я не знаю. Ну, пусть. Чувак, он привет. Значит, я думал, что уже неправильно, да? Да. Это... Привет, хлопча. Леголас, скин и чед. Скин? Леголас. Где же её скин? Не чед! Дурачок. Ты сказал скин. Мы прошли. Ура! Ура! Мы прошли. И вообще не проигрывали. Ну да, ну да. Так вот, дорогие друзья. Вот так она с вами была сегодня. Интересненькая карта. Мы угадывали ютуберов. Вот, мы многих не знаем, вот. Ну что ж, такая вот жизнь. Вот. Главное, что мы Компота и Данкара знаем. Вот, еще и это видели. И еще там парочку людей. Вот, остальных просто поугадывали. Так вот, на моем канале сегодня 700 подписчиков, я там был в шоке, как так. Какая активность? Какая активность? Хотя подписчиков много, но активности под видосами нет. Под видосами нет. Но. У меня было сегодня больше подписчиков, я такой зашел 782. Я офигел. Я офигел, когда мой стрим ролик Галита. Да, кстати, надо вставить тоже. Тони, не последний его видосик. Я вам сейчас, короче, ну, включу новинки, где-нибудь тоже с ним вставлю. Вот, я скрин попробую вставить. Это тот там, где попали, он устраивает эти конкурс, кто не знал. Да, ну, не мы... совсем конкурс был, ну, как бы. А, нарисуй, типа, скин какой-нибудь, там, Галита какой-нибудь смешной, и он его вставит. Ролик. Вот мы нарисовали и его вставили. Ну, точнее, маленько-маленько. Я рисовал, мой, кстати, не вставили. А вот. Еще ставлю сейчас скриншот, посмотрите, вот. Вот, 782 подписчика. Сейчас 700, если вы могли заметить. Ну, 700, ну, плюс-минус, потому что... На момент ролик... Я сейчас записываю... Ролик выйдет. 23-27. Короче, ладно, все это пустой звук, как говорится, для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо вам за просмотр, что были с нами. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока. Салям алейкум.